картонные выборы и даже ЛГБТ-рэперы. Так проходила акция, посвященная выборам в Мосгосатомсоюз. Пиво! А что смотрим? Следующая передача. Я лгу. Господи, это пиздец. Ах ты ёбаный расист, сука. Я белый, а не чёрт. Заткнись, блядь. Сука, блядь. А, блядь! Сука! Всё, блядь, будешь сидеть тут 3 часа а еще. Пиздец. Ну что ж, и чё? У нас довольно-таки старая передача 3-летней давности, примерно, под названием «Я могу». Это шоу 3-летней давности, которое бушевало Первый канал. Но спустя несколько месяцев оно закрылось. И понятно почему. Это просто какой-то цирк с конями. Там, где создатели выставляют людей как людей X. Ведущего данного проекта был тот самый Якубович. В общем, давайте взглянем хотя бы на один выпуск этого замечательного шоу и поугараем над этим. Итак, шоу начинается, и Якубович говорит: никто не судит и не оценивает наших участников. Они ни с кем не соревнуются и не побеждают за счет поражения конкурентов. Их соперник только они сами. На ваших глазах они должны превзойти свой личный рекорд. А если участнику это удастся, он получит 50 тысяч рублей. Кроме того, выполняйте какие-то сложные трюки. Я хочу работать каскадером в кино. Для этого я пришел на проект, чтобы заявить о себе как об артисте. Да ты и так артист, пухляш, не беспокойся. Вы представляете здесь славный город Белгород? Так точно. Вы утверждаете, что ваши челюсти сильнее, чем челюсти, скажем, крокодила, льва. А с чего вдруг вы стали челюстями кусать все, что видите? А это я у одного спортсмена подсмотрел. Короче! В общем, этот кекс будет показывать необычное, а именно своими челюстями доставать гвозди из доски. Сука, где берутся эти люди? 2-1-0! Закрылась. Пошел нахуй. Сколько? 53 почти секунды. 53 секунды. 20 гвоздей. Да-да. А без салфетки тебе слабо, что ли? Алло, сэр? Да, здравствуйте. У меня к вам разговор. Так,
Сэр, послушайте, у меня к вам такое предложение. Сначала я поясню, что заложник вырвался и бился как надо. Ну все, этот уебок получит по заслугам. Какой там херня? Какой ты говорил, у тебя девиз? Но только он следовал тактике Макгрегора, и он все равно проиграл. Ему даже удалось сбежать. Копы уже едут, да? Все заебись. Но только сообщили мне, что его убили. Заткни, ебало! Залебал! Ну давай, удиви меня. А что ты можешь? Я пришел на программу для того, чтобы показать, что болезнь — это не приговор, и спорт может лечить. Абсолютно. 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 Чеканочка. Я помню это. Да, это впечатляет, без сарказма. Впечатляет очень. На спину врач поднимается туда, поглядите, посмотрите внимательно. Где? Вообще, ай, больно. Слушай, тогда прекращай это все дело. Заберите мяч. Все. Доктор, возьмите мяч. Возьмите мяч. Хорош. Но все равно надо аплодировать, братцы. Посмотрите, он смог 40 минут, несмотря на боль, он стоял там и ждал, пока я не прекращу этот эксперимент. Якубович, вы что, серьезно? Даете такому человеку 10 тысяч рублей за практически ничего? О чем? Нет, скорее, каждому, что ли? Если так, то мои поздравления. В акробатике бывают разные роли, например, Даня нижний, а я верхний. Ну, тут, наверное, была бы очевидная шутка. Вы получите 50 тысяч рублей, и ваши имена будут занесены в Книгу рекордов России. Блин, а как же легко отбить 50 кусков за увлечение чем-то? Раз. Блин, они все-таки получили 50 тысяч рублей. Короче, Леонид Якубович, я заявляю, я могу подорвать пуканы любого рэпера и собрать дизлайки. Короче, дайте мне 50 тысяч рублей. Антон. Ну и что тут сказать. Жалко, что данное шоу закрылось. Не, ну серьезно. Довольно-таки неплохая вещь. Даже Якубовича приятно видеть не в поле чудес. По сравнению с данным ширпотребом, то, что творит Первый канал в виде шоу мужской, женской и курятника, то грустно становится. И такие шоу вроде, опять же, «Я могу» или «Звезды под гипнозом» становятся неинтересны. Хотя они хоть и выставляют нас за дураков, которые верят во все подряд, но все же весело смотреть было на это. Но
не вечно. Ну и остается только забыть об этом. Нет, 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 нет. С меня достаточно. Oh,